Зараза. Как называются товары на каждый день по низким ценам? Товары на расхват. Покупайте на Озон. Так, сейчас чувака утащат, да, понятно. А я пойду посмотрю. Ой, а не нужно было. Ой, это лицо. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами играем. Наконец-таки играем с вами мы в игру, которая меня прям пипец как заинтриговала. Это хоррор-игра, недавно вышедшая, где-то месяц примерно. И мне кажется... Короче, я как увидел ее, я такой сразу, все. Больше не смотрим, не спойлерим, ничего. Но я думаю, что она будет погружать нас во вселенную Говарда Лавкрафта, которую я обожаю. Не обязательно прям в его вселенную, но, скорее всего, она будет каким-то образом касаться тем, которых касался он в своих произведениях, великих произведениях. Итак, игра называется Still Wakes the Deep. И сегодня мы с вами будем играть в нее вместе. Подсказки, ладно, все стандартно. Стандартные настройки самые оптимальные для такого рядового тупорылого игрока, как я. Поэтому просто погружаемся в игру. Я надеюсь, что это будет жуткий хоррор. Потому что, вот помимо Outlast, я уже мало помню крутых, действительно жутких хорроров. Поверьте, могу, что ты согласился. Как ты вообще додумался? Поперся черт знает куда. Зря ты взялся в эту передрягу, но ничего же не попишешь. Вечно бежать не получится. Я знаю, ты просто старался сделать то, что будет лучше для меня. Так что теперь я прошу тебя сделать то, что будет лучше для нас обоих. Прошу, Каз. Мне так надоело ссориться. Хочется покоя, вот и все. Хочется, чтобы ты был дома. Дочки тоже этого хотят, но... Если ты не решишь свои проблемы, с меня довольно. Я люблю тебя. Но вечно ждать я не собираюсь. Сьюзи. Это чертово письмо мы получили. Господи, Сьюзи. По скриптум девочки нарисовали тебе открытку. Чертово письмо. А, блин. С Рождеством, мать вашу, шоколатить. Каз, Рой говорит, завтрак почти готов, если что. И я сейчас подойду, Троц. Ага, только не мешкай там, а то тебя кто-нибудь опередит. Ага, лады. Мне показалось в какой-то момент, что у героя голос такой немножко гнусавый. Вау. А так нормально, а так должно быть, что... Как будто немножко FPS проседает. Я решил чуточку подкрутить графику, потому что вот это размытие в движении совсем неприятно смотрелось, и как будто бы из-за него тоже провисал FPS. Но сейчас вроде бы более-менее. Ну-ка посмотрим радио. Я что-то говорил до начальной заставки, но, к сожалению, забыл мысль, поэтому давайте по ходу игры, если будет что-то, какие-то мысли меня посещать, я обязательно их озвучу. Sorry, Geralt. Простите, девочки. Я не могу никак понять, какой голос у этого персонажа. Надо подольше послушать, как он говорит. Чтобы как следует его озвучивать потом. Ладно, давайте вперед. О, я бы... О, прикольно. Прикольно сделали, что ты можешь посмотреть в окно и увидеть эту бескрайнюю большую воду. Я бы хотел, на самом деле, побывать в таком месте. Потусить месяцок. Проверить себя, насколько я готов выдерживать... постоянную сырость, ветра, холодрыгу. И я не знаю, как тут дела с туалетами обстоят, но туалеты для меня очень щепетильная вещь. Ненавижу обоссанные туалеты общественные. Ненавижу, когда туалетом вообще кто-то пользуется, кроме меня. Итак, здесь Глазгов, газет, газеты Глазгов. Linwood told to accept deal or else... Линвуду сказали взять, принять сделку и, или иначе что-то будет плохое, видимо, с ним. Но, судя по всему, что эту газету не перевели, и она не особо важна. Закрыто. Короче, вспомнил, что я говорил. У этой игры прикольная очень графика. Последний крутой хоррор, который я помню с крутой графикой, это был Сома и Outlast, конечно же, неподражаемый. Вот, я подумал, что очень трудно с хорошей графикой сделать реально крутой хоррор. Да уж.
Ну, то есть, реализм не всегда делает крутой хоррор. Иногда, чем тупее и уродливее графика, тем лучше хоррор-атмосфера создается, на мой взгляд. Дэви, видать, вчера на суше смотался. У него есть какой-то акцент, явно. Здоров. Все нормально, Касс? Ага, нормально. Чем занят? Труба протекла. Не поноска, так золотуха. Не платформа, а говна кусок. Только начали бурить, а тут все уже разваливается. Чертов кадал. И реник затрахал уже за халтурить. Ага. Кстати, ты по уши в говне, малыш. Реник утром письмо с суши пришло, а он весь день на как на иголках. Думаю, до тебя докопаться собрался. Лучше некуда. Блин, покурить бы. Зажигалка куда-то запропастилась. Возьми мою, мне она больше не нужна. Честно? Ты мне жизнь спас. Пойду позавтракаю. Лады. Вечером в дартс играем. Повесим фотку Ренника на мишень, а? Неплохая мысль. До скорого. А я сначала не помню, что это женщина. Так, О, боже мой! Неожиданно. Давайте помоемся или нет? Поговорим? Атмосфера очень аутлестская. Интересно, меня забанят сейчас за это на YouTube, за то, что я показал задницу этого чувака. Так, разработчики игр, пожалуйста, не подставляйте ютуберов бедных. Им и так приходится несладко сейчас. Здесь кто? Уютно-то как. А это чья каютка? Хорошенькая. Тут два человека спят. Стоп. А, нет, это не записка свернутая. Ну-кась. Пояснительная записка. Всем сотрудникам в Абердине, всем сотрудникам на суше. В связи с задержкой на месторождение Бейера и продолжающейся забастовкой, совет директоров принял решение не выплачивать рождественские надбавки в 1975 и 1976 финансовом году. Какого хрена? С Рождеством, мать вашу. Бернард Кеннингем и председатель. Класс. Ладно, здесь что? Не сюда. В общем, сюжет примерно понятен. Мы бурим. Это нефтяная вышка, да, и мы бурим. Где-то в океане. И мы скоро адово пробурим прямо к Тулху в гости. Ага. Это карта, да? Мы можем ее взять с собой? У нас карты нету. Значит, здесь прачечная. Спуститесь в столовую. Типа вот сюда. Ага, это из тех игр, где мы будем спринтить, но при этом это такое ощущение, как будто маленький ребеночек, который только научился ходить, пытается бежать. Рой? Каз, как дела, старик? Маклери, ко мне в кабинет! Сейчас же, никаких как освобожусь! Сию минуту! Ох уж этот сладкий голос Дэви Ренника. Думаешь, полиция? Неудивительно, Касс. От Сьюзи есть новости? Про развод заговорила. Эх, сочувствую, Касс. Ничего, одумается. Если посадят, не одумается. Это тебе надо было одуматься, когда ты решил Билли Чемберлина отметелить. Этот мудозвон сам напросился. Ничего было Сьюзи оскорблять. А вот и он. Парит как бабочка, жарит как пчела. И материться, как сам делал. Слушай, дружище, если это и прям полиция, может, лучше не прятаться по углам, а? О, не знаю, Рой. Так меня все это задолбало. Господь тебя все равно любит, дружище. Уверен, Сьюзи тоже. Готово, Рой. Молодчина, Добби, спасибо. Трос говорит, оставил инсулин у тебя в каюте. О, хвала небесам за этого коммуняку. Большое спасибо. Помни, жизнь, она как футбол. Нельзя сдаваться до финального свистка. Вот только ты-то за Барнсли болеешь, так что тебе с самого начала кранты, да? Он в гробу и тебя видал, Маклири. Ладно, дружище, иди уже, пока начальник не обосрался. Shift для нелепого маленького... Смотрите, какой маленький нелепый бег. Так мы будем от монстров убегать. Ох, надеюсь, еще еда осталась. Просто поймите меня правильно. Я из того поколения, которое воспитался на Думе и на Quake. Quake 3 Arena так вообще один из самых шустрых шутеров в мире.
Doom даже не сравнится с ним. И я от такой беготни позорной не могу просто. Меня она всегда умиляла, я бы сказал. Чё, я не могу ничего взять? Окей. Так, а в какую нам сторону? Вот сюда. Мы спретим, потому что нам приказали быстрее в кабинет. Значит, там сюда. Окей. Откуда вообще эта игра появилась? Она такая внезапная. Обычно я вижу у больших проектов AAA какие-нибудь трейлеры задолго до того, как игра вышла. Но здесь раз, просто игра появилась, и все такие, интересно. Какой-то очень крутой хоррор. И игрофон зашибись, и как будто бы не очень большая студия это делала. Но атмосфера мне нравится уже. Ладно, надо уже подняться и узнать, что там за дела. Мне нравится атмосфера вот этой сырости. Одной из самых неприятных. Я, конечно, ненавижу зиму больше всего на свете, но предзимнее время и постзимнее время ненавижу как будто бы даже еще больше. Потому что сырость и слякоть. Ну-ка. Можно пройти, дружище. Извини, Касс, придется в обход. Ладно, я понял тебя. Вы только посмотрите на эту скорость перемещения. Посмотрите, как мы активно двигаем ножками и какую скорость мы развиваем. Может быть, нам встречный ветер мешает? Так, там что-то ребята повздорили. Давайте здесь спустимся, я думаю. Да, если что, я не буду абсолютно все реплики, наверное, озвучивать. Потому что у меня язык отвалится, скорее всего. Я, наверное, буду только основные реплики в катсценах и так далее. Ну, в общем, как повезет по настроению. Все, мы спустились. Здесь у нас что, еще карта? Мы здесь находимся. Ага. Стоп, а там что-то было важно написано? Нет, палуба — это просто перечень мест, в которых мы можем оказаться здесь. Ребят, помочь, парни? Маклири! Да не, я и Инесса сам отшлепаю. Не, мы справимся, но спасибо. Как скажешь. Хочешь к нам перевестись, Маклири? Ты-то хоть перерекаться не будешь? Да ему поди нравится. Маклири! Ко мне в кабинет! Последнее предупреждение. А он сегодня не в настроении, да? Не парься, Касс. Привыкнешь? Нам всем тут достается. Постарайся по роже не бить. Не обещаю. На самом деле я снимаю шляпу перед этими людьми. Господи, они в таких жутких условиях находятся. И работают. И здесь надо еще и как-то развлекаться. Не сходить с ума. Одни чуваки рядом. Вокруг, окружая тебя. Это, наверное, очень тяжелая задача. Ладно, Рупер, что там такое? Тебя здесь обычно не видать. Ах, будешь что-то барахлить с утра. Ребята носятся как угорелые. Но никак не разберутся, что случилось. Что, от графика отстали? Пока нет. И не отстанем, если боги нам улыбнутся. В общем, нам всем хана. Тебе это точно хана, судя по всему. Слушай, иди-ка уже наверх, начальник не в духе. Блин, мне очень интересно, что там начальник. Какую проблему он сейчас вскроет. Мы что-то плохое сделали, судя по всему. Вот здесь подъем. Ближе не подходи, дружище. Не то грузовая лебедка тебя раздавит. Хорошо, я понял. А если я подойду все-таки? Ха, ничего не будет, пустые угрозы. Нет, нам все-таки не... А! Маклири! Скуби, мать твою! До инфаркта доведешь! Прости, дружище. Можно тебя попросить? Что надо, Скуб? Как спустишься, можешь заодно починить щиток в лифте для экипажа? Ага, без проблем. Ух, ты настоящий друг! Не давай начальнику спуску, ладно? Спасибо, дружище. Вот. Нам дали теперь, так понимаю, оружие. Окей.
нажать. С горелым предохранителем ничего не получится. Надо подумать. Чего? Это здесь горелый предохранитель? Окей. Понятно, работает все. Да, ребят, готовьтесь. Маклери, ты почему не у меня в кабинете? Готовьтесь к долгому видосу. Я думаю, часа на полтора, на два мы точно с вами сейчас зависнем. Я не хочу затягивать это прохождение на много выпусков. Сделаю два, наверное. Хотя, не знаю, игра сколько идет по времени? 3, 4, 5 часов. Это нам, наверное, не сюда. Это закрыто. Все синие двери, они закрыты, скорее всего. Нам будут поддаваться только желтые. Все, крепись. Ну что? Понеслось говно по трубам. Заходи! Ага, мистер Маклири. Рад видеть, что... Простите, что пришлось вас разбудить. Прошу закрыть дверь и присесть. Я постою. Ну-ка, живо садись. Пласт сраный. Но я же не... У меня на корабле все строго. Понял меня? Все строго. Вообще-то это не корабль. Закрой рот! Как же вы, урода, задолбали! Только и делайте, что работать мешаете! Пусть вы с поваром и закадычные друзья, но начальник здесь не он, а я! Понял меня? Ладно, может, ты тогда... А ну молчать! Может, на суше ты большая шишка, Маклири? Но здесь я, сука, король. Понял меня? Это из-за тебя ко мне легавые приперлись, а? Ко мне на платформу? Я разберусь, но только время. Надо мне. Заткнись, говнатый кусок. У меня шерсть на жопе, и то больше пользы платформе приносит, чем ты. Слушай, я все понимаю. Молчать! Я занят, чего тебе? Да мне похрен, Гибо, у нас график. Ты же засраный бур, отвечаешь, вот и бури! Ага, ропера хлебом не корми, дай только поныть, видишь, что у него проблемы. Да плевать мне, что там не так! За дело, черт тебя дери, или я туда сам спущусь! Супруга на нервы действует. Ты уволен. Слышишь? Уволен. Ну чего ты, подумаешь, легавы? Электрик же из меня что надо. Сам же говорил, я способный работник. Прочь с моей платформы. О. Ага. С Новым годом, говнокусок. Знаете, иногда я так задумывался, а может быть, ну мы же все с вами взрослые, может быть, харе фильтровать базар и просто говорить мат, не мат, и вообще все подряд. Но вот буквально вчера я встретил очередную подписчицу и вижу, и она говорит такая, я уже там тебе 6 или 8 лет, она сказала, смотрю. Такая, спасибо, что ты не употребляешь мат в своих видосах. Спасибо огромное. И я такой, блин. Наверное, для вас это важно все-таки. Ну и меня это радует. Мне приятно, что... Что вам приятно. Поэтому я не оставлю свой пост. Я буду стараться фильтровать. На этом канале я буду стараться фильтровать базар по максимуму. Well, что ж, добегался ты, Каз. Да в целом, ладно, домой, на материк. Найдешь нормальную работу какую-нибудь себе. Кстати, а куда мне надо? Где материк? В какую сторону? Направляйтесь к вертолету. А, все, мы сразу улетаем. Да, вот мы идем на площадку вертолетную как раз. Воу! То есть прям, да я так хотел сказать, что... Господи, Грегор! Отойди от края. Мы почти что улетели. Каз, помоги! Каз, спаси, прошу! Я не хочу умирать, не хочу!
Господи, ты высоко! Держись! Нет! Не, ну если мы не умрем, то и тот чел не умрет. Однако падать в самую дичь, где Ктулху проснулся только что, это плохо. Сладкая парочка, ей-богу, два сапога пара. Послушай, родная, я о нем позабочусь, обещаю. Уже с Кираном поговорил, помнишь его? Он с Билли Чемберлином 100 лет знаком. Он передо мной в долгу, говорит, сможет Билли чутка умаслить. Ну ты чего? Разве я тебя когда-нибудь подводил? Рай, ты наш свадебный торт потерял. Ну, это другое. Разве это я виноват был? Ты его на лавке оставил, на Арглайской улице. Ага, тогда ты на... Извините. Полно вам, детишки. Мне ж тогда еще свет божий не открылся. Понеслась говно по трубам. А вы, мистер Маклери, можете сколько угодно бурчать. А вот если бы вы пореже в Сарацина захаживали и почаще в церковь, может, и не влипли бы тогда по саму уши, а? А я-то что? Сам же решил 4 месяца просидеть на нефтяной платформе с этим полудурком. Сьюзен, обещаю, мы все уладим. Ладно, постарайтесь. Guys! Christ! He's got gold! Shit! Guys! Блин, он вырубился, твоя мать! Бери за ноги. Нельзя его тут оставлять. Пошли. Он мертв, походу. Каз, держись, дружище, ладно? Держись. Он дышит, слава богу. Каз. Давай, очнись уже. Че, он никак не очнется? Слышишь меня? Вроде он умрет. Да нет, конечно же нет. Мы же глаза открывали. Они видели, как мы глаза открываем, наверное. Мы здесь одни. Судя по всему, мы уже очень долго спали, да? И сейчас мы увидим уже хаос в полном разгаре. Или даже наоборот, уже все стихло. Все уже давно произошло. А? Каз, нужна помощь! Это ты? Ага. Иду! Так, карабкаться быстрей. Эй! А, удерживать надо, блин. А кто там? Кто там в этом батискафе находится? Там люди, по-моему. Я иду. Маклери, слава богу. Стоять можешь? Голова раскалывается, но... Боже, да, похоже на то. Вы меня вытащили? А Грегора? Тебя, да. А вот Грегора не нашел. Мне жаль, Каз, но потеряли мы не только его. Черт возьми. Нет. Раз все еще там. Почему они не работают? Каз, помоги. Каз, чего? Ладно, что тебе нужно? Трос застрял. Спустись и отпусти главный тормоз. Потом вернись и подними колокол. Поднимешь сюда, и я смогу его вытащить. Ага. Все. Почему он так трясется? Такое ощущение, как будто там совсем не наш друг. Ой, жутко. Исследовать. Ладно. В случае отключения электричества или отказа лебедки автоматически срабатывает лебедочный тормоз. После восстановления электроснабжения или устранения препятствия лебедочный тормоз необходимо отпустить. Первый шаг. Отпустить лебедочный тормоз внизу. Второй шаг. Воспользоваться пультом управления лебедкой вверху. Внимание, максимальный вес 3 тонны. Блин, фу, страшно. Я представляю, что он там один наедине с какой-то твари. А, вот рычаг. Так, потянуть. Готово, вернись и подними колокол. Да, вот сейчас подниму, блин. Что происходит, Броди? Что случилось?
Не знаю. Бур на что-то наткнулся. То ли воздушный пузырь, то ли взрыв газа. Черт его разберет. Но бахнуло, будь здоров. Ты легко отделался, поверь на слово. Дуглас пытается разобраться, безопасно ли вообще теперь на Бэйре. Что с Рафсом? Да не знаю я. Это точно не от декомпрессии. Не надо было его туда отпускать. Я ж пообещал за ним присмотреть. Раз, это Броди, я с тобой. Я тебя вытащу. Я чем-то могу подсобить? Не, я разберусь. Надо понять, что там наверху творится. Тебе нужно пройти через инженерный корпус, отсюда наверх не попасть. Как отсюда добраться до инженерного корпуса? Я в этой части платформы еще ни разу не бывал. Придется пролезть под платформой. Там несложно должно быть. Лады. Я пошел. А, нет, смотрите, синяя дверь тоже открывается. Блин, нам не покажут, что там? Скорее всего, мы позже увидим нечто похожее и поймем, что же было в этом батискафе. Вот сюда. Ой. Мать честная. Дно платформы. Ну-ка. Мы здесь находимся, нам просто и нужно идти вдоль. Вроде бы все окей, все понятно. Посмотрите, вот сюда можно. Закрыто. Вот. Прыжок. Слушайте, эта пучина, она пугает. И одновременно гипнотизирует как будто, да? Она как будто бы оттуда, снизу, кричит. Иди в мои объятия. Иди, иди. У вас бывало такое, когда вы вглядываетесь в шторм? Просто вот так вот. Она настолько громадная, настолько могущественная. И ты ничтожество. И она тебя просто зовет. Иди сюда. Все будет хорошо. Иди ко мне. Окей, нам вниз. Ай. Да что же это такое? Где? Ай-яй-яй. Воу. Какого? А что? Что это? Я слышу. Кас, ты что творишь? Держись подальше. Давай назад. Что? Быстрее сюда, не то обвалится. Я понял. Я внутри. Мать честная. А это что такое? Оно все-таки гипнотизирует меня. Это прям примерно то, о чем я говорил. Итак, где отпереть? Куда? Сюда? Мама. Хватиться. Так, но это не органическая штука, да? Или органическая? Ладно, ползем. Оу, ладно, надо закрутить. Рекут, допрыгну. Блин, Не могу разобраться, что здесь является нашим шлангом, а что является органической какой-то иноземной формой жизни. Вот это похоже, да, похоже на органику. Shite. Это когда слово shit говорят shite. О, погодите!
Блин, я же прыгнул нормально, но потом, когда я понял, что у меня скорость детская, я вдруг осознал, какая ошибка только что случилась. Ладно, извиняюсь. Shite! Shite! Fucking see again. Обожаю. Давай еще разочек вот отсюда прыгнем лучше. Оп! Все, ухватился. Нормально. Ну, блинушки! Чего? Почему я упал? Я продолжал держать кнопку мыши. Все, держимся. Хорошо. Теперь внимательно смотрим, какие... А! Что он там хотел от меня? Что-то правой кнопкой нажать, левой нажать. Я не успеваю. Слишком разбросаны подсказки, что нужно делать. Давайте. Еще разок. Да какого дьявола? Видимо, правую кнопку вообще не нужно отпускать. Эх. Пробуем снова. Пробуем снова, давай. Так, я держусь. И вот так. А, все, я понял. Фух. Christ! Too close. Ага, нам сюда. О, fucking hell. О, блин. Удерживайте снова? А, по проводам ползем. Я все жду, как что-то начнет подниматься из пучины. Все хорошо, я выжил. Вот сюда. Вот где-то был мой друг. Погодите, что это? Я думал, это лента, а это лестницу разворошило так. А куда мой друг-то делся? Опора Си. Внимание экипажу Бейры. Возникла небольшая неполадка с буром. Работа бура временно приостановлена до ликвидации неполадки. Ожидайте дальнейших указаний. Неполадка с буром исключительно временная. Господи, неполадка значит, да? Куда мы карабкаемся? А, вот я не увидел. Хорошо. Ой, мама. Ой, мама. Смотрите, да, оно пульсирует. Это органика. Что за фигня происходит? Мы рушимся, мы падаем. Хоть что-то полезное. А это что такое? Это фонарик с аккумулятором, получается. О! Посмотрите. Мега тьма.
Что за херня? Ладно, тут прям монстры начинаются. А откуда я их слышу? Отсюда, что ли? Я к ним прямо и иду? Ладно, может быть сюда? Ой, я ж думал, все четыре придется откручивать. Муторно и долго. Так, сейчас, секундочку. Здесь у нас... естественно, не откроется. Слушай, валим отсюда. Оно как будто бы прям за мной начинает ползти. Было бы классно, если бы монстры сделали какое-нибудь рычание более, знаете, неземное. Что-то совсем из ряда вон выходящее. Что-то, что невозможно представить. Не как рычат монстры. Представляете, если бы монстры были бы такие, которые пародируют любой звук, который слышат чаще всего. И здесь монстр такой слышит, как трубы бьются. И он начинает пародировать этот звук бьющихся труб своими, не знаю, гортанью как-то он это делает. И вы идете в месте, где полно труб, и не знаете, это трубы просто так скрипят, или это монстр к вам приближается. Офигенная же механика была бы. Паранойя была бы от любого предмета окружения. Вот. Давайте, может быть, я кого-то вдохновлю на новый хоррор. Если я вдохновил вас на создание такого хоррора, пишите мне, я вместе с вами буду это делать. Я прям всеми руками возьмусь. Маклири, сюда. Черт, Финли, ты в порядке? Как будто привидение увидела. Что это за шум? Гиба, это он шумит. Надо бы его отыскать. Почему ему? Помочь ему? Не, не советую. В каком смысле? В смысле, с ним что-то не так? После взрыва на него нефть попала, или что-то, что это за говно было, не знаю. Он психанул, напал на меня. До сих пор там бродит. В смысле, здесь? Со мной? Ага, именно так. Ох, ну просто зашибись. Еще кого-нибудь видела? Я только пришла. А ты куда путь-то держишь? Обратно в жилой корпус. Слушай, тебе надо пробраться через цистерну в жилой корпус. Причем потихоньку. На самый верх? Блин. А что Гиба? Держись от этого урода подальше, понял? Он не в себе, Каз. Я и не спорю. Каз. Осторожно, окей? Ага, ты тоже. Щайт. Нам придется с ним столкнуться. Но я же, мне кажется, мог просто вот здесь протиснуться. А это кто? Это она, да. Ну пошли, ну пошли. А, ну здесь не так темно. Гибо? Ты здесь? Ой. Стоп. По краям экрана, видите? Когда монстр рядом. Воу. Какого? Это нога чья-то. Оно как-то действует на меня? Оно меня заразило? А что, если оно меня заразило, пока я был в воде? Неужели я только что заспойлерил себе? О, мама. Ну, наверное, нам сюда. Гибо? Зачем? А, тут вообще ничего нельзя сделать. Тут некуда идти. Хорошо, спускаемся. Я могу просто спрыгнуть? Нет, я должен спуститься по лестнице. Стоп. Может быть, каску можно было бы поюзать? Взять. Ну-ка, оставить или швырнуть? Можем швырнуть ее.
А чё так все лагает местами? Ну ладно, ничего страшного. Иногда можно полагать. Первый ветер готов. Дверь закрыта. Что? Что ты сказал? А, лестница. Второй вентиль. И третий вентиль. Знаете, я полез наверх. Сюда. Видели тень? Ну-ка, исследовать карту. Пока не знаю, нужно ли мне запоминать карту или нет. Вроде бы и без нее справляемся. Опа. Опять по краям экрана эти штуки. Как будто бы ожог на пленке. Так и есть. Оп. Что? Что? Спрятаться в шкафчике? Окей. Ладно, я спрячусь. Не смотрю, я не смотрю, честно. Надо выйти. Блин. Он говорит, не смотри на меня. Куда нам? А, вот сюда, прям к нему. Я не знаю, монстры реагируют на фонарик или нет. Удержите, чтобы посмотреть назад. Мама. Так, здесь куда? А, вот так. 25 лет. Море. Я так запутался здесь. Я просто иду, куда позволяет игра идти. Да.
Продолжаем. Ой, эффект под водой очень красиво сделан. Очень хорошо. Блин, от кого же я прятался? В смысле, нам его покажут в итоге? Ой, блин. Блин. Вот сюда, вот сюда. Он ломится к нам, он ломится к нам. Дуглас. Так, перетащить. Дуглас. 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 Господи, нет, не может быть. Кровавый след, я вижу. Да блин. Прости меня. Я не хотел больше видеть его лицо. Не уходи. Я не знаю, как быть. Прошу. Передай моей маме. Передай, я скоро вернусь домой. Передай. О, мы не сможем пробраться здесь, да? Ой, он не стал за мной гнаться. Господи Иисусе! Как-то легко мы отделались. Жилой корпус. Надо отогреться, блин. Да, мне не показалось, здесь холодно. Вот прям вот здесь, внутри. Отопление выключили? Что это? Ага, обогреватель. Есть, работает. Как же трясет, сука. Не думай об этом, не думай об этом. Блин. Ладно. Ладно. Все? Мы отогрелись? Ах, хорошо. Ну, пойдемте посмотрим, что здесь приключилось. Есть кто живой? Ау. Алло? Если здесь кто-нибудь есть, отзовитесь. О, я слышу. Крики слышу. Поищите выживших в живом комплексе. Опа. Маклири у аппарата. Газ, это Коннор. У меня тут Брюс и Фергюс. Ты в курсе, что происходит? Нет, но мы на что-то напоролись. Выбирайтесь оттуда. Это и так понятно. Слушай, в инженерном корпусе что-то случилось, там небезопасно. Мы проберемся через опоры, выйдем через дно платформы. Скорее, Бренник, О'Коннор, подъем заблокирован, вам надо пройти через жилой корпус, слышишь? О'Коннор! Я сейчас блевану. Ну и вон, черт подери. Да.
Эта мерзость повсюду разрастается. Окей, значит, сюда. Блин, эта елочка новогодняя. Очень смешно здесь, не в кассу смотрится. А, мы отсюда пришли. Окей, можно пойти еще вот сюда. Нет, здесь завалено. Давайте сюда пойдем сначала. Опа. Троц. Это ты? Я тебя не слышу, дружище, открывай. Троц, дверь не открывается. Мне до тебя не добраться. Ты как там, дружок, в порядке? Господи Иисусе. Боже мой! Твою мать! Троц! Троц! Так, ему хана. Мне нужно оружие какое-нибудь. Открыть точно не получится. Тут еще была дверь в другую сторону. Стоп. Ага, просто карта. Рой! Ой! Рой! Нет-нет, его тут нет. Нужно обойти комнату отдыха и заглянуть в камбуз. Хоть бы он был там. Ну-ка, погодите, а что он сказал? Открыть? Тут не пройти. Если тут не пройти, то где же можно пройти? Вот дверь. Что? А, он начал падать, и началась... И стала проигрываться реплика. Реплика падения. Алло? Ау? Ау? Ой, повар. Черт подери! Сюда, быстро! Слава богу, ты в порядке. Ты здесь делаешь... Блин, что ты здесь делаешь, блин? А ты как думаешь? Что, черт подери, здесь происходит? Не знаю. Люди гибнут, Рой. Гибнут? Кто? Кто погиб? Как? Дуглас? Троц, вроде. Не знаю, это хрень. Она что-то с людьми творит. Никак не могу поверить, понимаешь меня? Понимаю, правда, я что-то на палубе увидел. Посмотреть не усумел, испугался до усрачки. Надо дверь подпереть. Нам не спрятаться, Рой, надо сваливать с платформы да поскорее. Что, без разрешения Реника? Рой, ты этого Реника слышал? Думаешь, будет эвакуация? Да если платформа нахрен пойдет ко дну, он все равно нас работать заставит. Ага. Что тогда, шлюпки? Ага. Ты оставайся здесь, присмотри за дверью, а я дорогу расчищу. Когда все будет готово, я за тобой вернусь, ладно? Я вернусь, не переживай. Я пока помолюсь чутка. Не помешает. Касса. Ты ведь не оставишь меня. Там же страх такой. Я тебя не оставлю, дружище. Если оставишь, я тебя винить не стану. У тебя тут хотя бы еда есть. Уже неплохо. Слушай, поговори пока с небесным стариком. Я скоро вернусь, хорошо? Не, я Роя не оставлю. Я хочу, чтобы мы вдвоем выжили. Он клевый. Пока самый приятный персонаж. Давайте закроем его здесь. Все, окей. Так. А, вот спасательные шлюпки в эту сторону как раз. Такие. Пойдемте расчищать дорогу. Уф. А, но прям здесь. Ладно, нам лучше сюда. Нет, соваться не стоит, наружу слишком опасно. Ладно, сюда, да-да. Понятно, нам только в ту стрёмную сторону.
Вот. Сейчас мы что-то эдакое увидим. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Лицо. Что с ними произошло? А, лица, лица, лица. Это что? Эта штука как из нечто фильм? Они дрыгают глазами. Это как из фильма «Нечто». Оно превращается в свою жертву. Заперта, мать! Хорошо, шлюпки отрезали нам. Может, через прачечную получится? О, нет, там заварушка какая-то. Так, а как мне выйти здесь? Угу. Ой. На самом деле, зная, что там есть рой живой, который нуждается во мне, это придает мне силы. Опа, что это было? Шкафчики. Понял. Какого черта? Пока что до сих пор у нас не было прямой конфронтации с монстрами. И мне интересно, как оно будет. Смогу ли я выжить? Смогу ли я ни разу не сдохнуть? Ну, а... Чё, что ты хочешь от меня? Не, вряд ли прыгать. А, вот так вот и идти? Хорошо. Shit! О! Все нормально? Идем. А вот и шлюпка. Ой-ой-ой, там кто-то есть. Бойд. Нет. Туда мы не пойдем. Что? 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 Где? Внимание экипажу Бена. Всем членам экипажа требуется проследовать к ближайшему пункту эвакуации. Только радоваться рано. Через 15 минут возвращаемся к работе, как только я разберусь с этой ерундой. А, вот сюда идем. Черт подери. Вон еще одна. Надо до нее добраться. О, прыжок. Фух. Все трясется. Этот монстр сейчас просто вырастет во все стены. Он сам превратится в бур. Не просто в бур, а в буровую станцию. Итак, удерживайте, чтобы уцепиться. Ладно, я понял. Давай, прыжок. Оп, вот это прыжок был сейчас. Вот это был сейчас хороший прыжок. А чё до этого так плохо прыгал? О, платформа вся обрушилась. Я просто каждый раз себя представляю на таком месте, вот на месте персонажей, которые в такой ситуации оказываются. Стал бы я вот так прыгать. Если ты не зацепишься, хана тебе. Да мне кажется, такой прыжок в жизни нереально совершить, потому что ты просто ударишься об ступеньку, об лестницу, и я не знаю, вряд ли ты сможешь ухватиться. Удар будет очень сильный. Отлично, шлюпка.
И сейчас будет просто выбор, да, забрать Роя с собой или нет. А что не так? А что не так? А что? Шлюпка хорошая. Ну, немножко повредилась, да, ничего. Водой-то не заполнилась, поэтому мне кажется, все нормально, но только вот рычаг вряд ли я смогу потянуть. Ладно, но, может быть, есть еще одна шлюпка? Вот она. Вот, хорошенькая, мне нравится. Давайте спускаем ее на воду. Так... Так, господи. Что? Не, не то? Не то? В смысле, не то? А где то? Вот это то. Нет. В смысле, не то? Ладно, пойдемте повыше. Да ё-моё! Может быть, вот за это потянуть? Итак, тянем. Полдела сделано. Ладно, вот здесь еще одна такая штука. Эх! А вот теперь рычаг. Она не всплывет? Perfect. I fucking won't. Ну, этого стоило ожидать, конечно же. Но я думаю, здесь есть еще шлюпки. Я не думаю, что их всех уже забрали. Вряд ли. Вряд ли всех забрали. Блин. О, телефончик. Реник. Кто это? Реник, это я, Каз. Маклири, какого хрена ты творишь с моими шлюпками? Нет тут шлюпок, последняя только что в море упала. Значит, ты что-то не так сделал. Да пошел ты, Реник. Это ж твоя сраная платформа, не моя. Кто там с тобой? Рой в столовой. Финли и Броди живы. Слушай меня, Маклири. Давай-ка бегом на посадочную площадку. Всех, кого увидишь по дороге, тащи с собой. А самое главное, не трогай эту дрянь, что по всей Бэйре расползлась. Я не смогу выбраться. Там есть дверь, но нет перил. Господи, всему тебя учить надо. Пни дверь как следует. Она и откроется. А ты что? За меня не беспокойся. До площадки лучше доберись. Видишь, Реник? Что? Ну, получается, мы в расчете, да? Без обид? Пошел ты, Маклири. Вот увижу тебя, пошлю нахрен еще раз. Лучше бы ты и вовсе утонул, но мне в отчете твоя смерть точно не нужна. Да чтоб ты сдох, старый пердун. Мы подружимся с ним явно. Давай пнуть. Все это время нужно было просто пнуть. Вот если я еще увижу такую калитку, и персонаж такой, ой, я не могу открыть, надо обходить огромный корпус. Я взрешусь. Я просто буду вне себя от ярости. Шайт! Шайт! Что же делать? Ликвидировать огонь. Чем? Где огнетушитель? Где он? Вот он здесь. Почти что в огне. Давайте выпустим пенку. Так вот запеним. Вот хорошо. Пойдемте дальше. Все, теперь мне нужно оставить огнетушитель, но я смогу вот так вот монстров задымлять. Да пошли вы. А я все равно возьму его. Опа, телефон. Ну, кто там? Кто это? Это Каз и Несс. Что происходит? Господи, мне нужна помощь. Я не знаю, как быть тут. Что это было? Боже, с ним что-то творится, он... Нет! Инесс! Инесс! Черт. А, не наверх. Прощай, огнетушитель, я хотел с тобой всю игру пройти. Ладно, побежали.
Опять в жилой корпус идем. И как я потом вернусь к Рою? Мне кажется, у нас нет выбора просто. Рой, ты должен понять. Ты и так уже понимаешь. Мне придется тебя бросить. Ты, конечно, классный перс. Но я не знаю. Мне кажется, более классный перс. Я достоин, чтобы выжить. Служебное помещение. Вернитесь в подсобку. А, мы возвращаемся к Рою. Ладно. Рой, знай, я вернулся специально для тебя. У меня был выбор уйти, но я такой, я не могу бросить Роя. Ни в коем случае. Несмотря на то, что страшат меня вот эти твари. Я на них смотрел и говорил, что их надо обойти. Потому что в любом случае я иду к Рою. Никаких уехать без него. Никаких. Вот сюда. Эта хрень расползается, боже мой. Только бы не упасть, только бы не упасть. Что это было? Там еще можно назад смотреть. Опа. Там страшно. Оу, это что? Доктор Осьминог? Это доктор Паук. Он постирушки делает. Они как бы по старой памяти, при прежней жизни, да? Я стирать любил. И после смерти занимаешься любимым... О, господи, концепцию рая только что стрёмно придумал. Концепция рая для хорроров. Короче, допустим, говорят, что после смерти, да, в раю ты оказываешься вместе, где-то там со своими родственниками, делаешь все самое классное, в общем, кайфуешь. И вот только в таком виде. Вот я любил стирку. Мне нравилось, как машинка такая, оп-оп, крутит мои трусы засранные. Классно было. И после смерти вот в таком виде ты будешь вечно это делать. Жуть. Ладно, с этим паучком, я так понимаю, мы будем сейчас как-то сражаться. Или убегать просто от него. Ой, вот он стоит. Он не видит. Неужели это троц? Что нам пройти мимо троца? Давайте попробуем это сделать. Я не знаю, реагируют ли они на свет или нет. Будем надеяться, что... Неожиданно. Он принялся обратно за стиралку, надеюсь. А куда мне пробраться-то надо? Ай, не сюда. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вон он ползает. А куда мне пробраться-то надо? О, быстрее прячься, быстрее прячься. Я не знаю, как смотреть, как наблюдать, здесь он или не здесь, не видно же. Так, он там, кажется, где-то. Окей, он будет туда-сюда патрулировать, я думаю, да? Главное смотреть вот за его ножками, щупальцами. Вот, вот сейчас он направо пошел. Ой, свет! Черт!
Нет, нет, все, он схватил меня, убьет сейчас нахрен, да? Смерть. Что? А. О. О. Короче, на свет он реагирует. Шанса нету. Это не то, чтобы они, если тебя спалили, подбегают, ударят, и у тебя еще есть возможность убежать. Нет, сразу ловят. Короче, свет не надо. Да как же мне тогда смотреть за ним? Мама. Что? Что открыть? Что мы открыли? Не знаю, что мы открыли. Я считаю, вообще ничего не вижу. Нам точно нужно вот... Ага, мы можем здесь спрятаться. Ага. Значит, вот сюда. What the fuck? Что? Предметы? Хорошо, хорошо. Мама! Так. Он, кажется, и без меня. Черт! Вот туда! Отвлек! Прекрасно отвлек! Нет! Нет, не в ту сторону! Просто швырнул, должно сработать. Ладно, еще разочек. Аккуратно ползем. Мне нужно вот сюда. Кстати, вон туда, красненькая, красненькая. Давайте возьмем предмет. Чел, вот. Ой. Не то есть кнопкой кинул, вот так. Нормально отвлек? Ага, красава. Вот сюда. Мама. Мама. Я не понимаю. Я вот отсюда, по-моему, пришел. Разве нет? Так, он... Он в ту сторону пошел. Мне надо какой-нибудь предмет взять. Что происходит? Где он? А, он теперь здесь. А, предмет. О! Так, он по кругу ходит, я понял. Он что, теперь сам себе подбрасывает предметы? Убери эту штуку! Убери эту штуку! Убери, я должен пролезть! Мне надо пролезть! Точно пролезть! Как нажать? Швырнуть? Нет? Вот так? Вот так? Как мне швырнуть эту штуку? Убрать ее с прохода? Я не могу пройти! Привет! Я что, не видит, что ли? Давай, док! Ползи, ползи! Так, пока у нас тут все на мази, кажется. Где был ключ?
где был гаечный ключ, который я где-то здесь видел. Я его с собой принес. Так, я в щекотливое положение. Иди. Иди, иди, иди. Ой, прям ко мне близко, чуть не поцеловал меня. Какая у него... Что? Что? Взять. О, смотри. Аборт. Нет? Нам точно не сюда. Может, надо было в него кинуть? Ладно, я в безопасности возле этой штуки, но как ее убрать? Все, он успокоился, надеюсь. Все, что нам нужно. Fuck. Ой, ой. Все. Я в безопасности, я в домике. Чё? Он сюда залезет? Он может сюда залезть? Ладно, давайте. Кинем туда эту штуку, оп. Он очень нервный какой-то сейчас. Надо, чтоб он успокоился. А, вот шкафчик. Ты, блин, ты шкафчик! Оказывается, когда у тебя в руке предмет, нельзя открыть шкафчик. Обидно. Я, если честно, вообще не понимаю, а куда мне здесь ползти-то нужно? What the fuck? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он обращается к какому-то Саймону. Возьмем. Может быть, нам нужно вот сюда подойти все-таки? Надо туда его. Вот туда иди. Он пошел? Да куда же мне быстрее надо бежать? Вот сюда, что ли? А, вот сюда надо... Ладно, все, я понял. Сейчас мы все устроим. What the fuck? Так. Ага. Ну, кидаем. Все, он пошел. Fuck.
Вот! Да давай! Ублюдская скорость! Просто дерьмо, не скорость! Просто дерьмо, не скорость! Все, успели? Куда, 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 куда? Рой! Все нормально. Мы выжили. У нас получилось. Рой! Каз, you all right? Каз, ты в порядке? Господи, что с тобой? Нахрен лестницу. Что здесь происходит, Троц? Кажется, это был Троц. Только теперь это какая-то сраная тварь. Так что сиди здесь и не высовывайся. Ты до шлюпок добрался? Да. Хрен знает. Были они раньше на ходу, но теперь им точно хана. Я об этом с Рейником чутка поболтал. И как? Так себе. Этот урод все еще думает, что надо улетать на вертушке. Думаешь? А у тебя есть идея получше? Каз, дружище, я до палубы не доберусь. Мне что-то нехорошо. Надо инсулин колоть. Чего? Рой, ты серьезно? Ну, извините, что потревожил господин физрук. Минуточку, обсужу этот вопрос с поджелудочной железой. Попрошу ее взять себя в руки. Лады, лады, хватит. Может, просто варенье сожрешь или чего-то в этом духе? Ну надо же, перед нами гений медицины. Позвоню-ка доктору Споку и скажу ему, чтобы не выпендривался. Мы тут панацею от диабета изобрели. Доктор, не Спок, а Маккой. Спок — это остроухий урод. Сможешь добраться до своей каюты? Там же есть инсулин. А я пока доберусь до вертолетной площадки, чтобы наш урод без тебя не улетел. Лады, думаю, я справлюсь. Слушай, как доберешься до вертушки, передай Арчи, чтобы вызвал подмогу. Без подмоги нам хана, Каз. Ладно, старик. Смотри в оба, хорошо? Не могу же я дочек без крестного отца оставить. Ну окей, выйдите на палубу. Пойдемте, выйдем на палубу. Сюда. Как будто мы снова идем тем же самым путем, разве нет? Нет, уже другое место. Мы уже вроде здесь были в самом начале игры, вот там вот начальник, да, наш начальник с нами ругался. Ой. Чайка подохла. Жалко. Странные какие-то звуки, не нравится мне это. Звуки совсем неприятны. Какие-то жуткие вопли. И вой. Что? А я могу закрыть дверь, ладно. Внимание! Объявляю эвакуацию. Если вы с первого раза не поняли, это означает марш на вертолетную площадку сейчас же. Доберитесь вы туда или нет, дело ваше. Мы улетим в любом случае. Так что поторапливайтесь. Вот ублюдок. Без нас решил свалить. Да что там? Хочется, чтобы показали такое, что не укладывается в голове, что ты не можешь рассмотреть нормально. То есть ты видишь нечто, но рассмотреть и составить в голове форму приблизительную этого существа у тебя не получится. Мне кажется, такие вещи гораздо больше страха вызывают. О, блин. О, Сунил. Да что же здесь произошло? Christ almighty!
нас. Jesus, Ennis. What you doing up there? That thing will see you. Господи, Эннис, что ты делаешь? Эта тварь тебя увидит. Эта тварь. Это Мюр, Касс. Это Мюр, мать его. Мюр? Блин. Я... Бежать нельзя. Господи. Не понимаю, Касс. Слушай, нам надо на площадку, понял? Я пытался с ним поговорить, но он на меня набросился. Будто меня не узнал совсем. Он уже сам не свой, Инес. Валить отсюда надо, вот и все. Спасаем тех, кого можем. Ага. Дело, говоришь. Наверх дорога только через лифт для экипажа. Он никого не выпускает. Значит, надо его обойти. Ах, лады. Увидимся там. Еще, если он меня услышит, геройствовать не надо, хорошо? Значит, не шуми. Ага. Увидимся у лифта. А может быть, тебе бы спуститься ко мне вместе как-то лучше? То есть это вот наш какой-то коллега, да, получается? Это не просто рандомный монстр из мглы. Так, а... Вот сюда. Кто тут? Черт. Ой, блин. Ой. А куда же мне? Вот сюда. Я понял, что он, если он меня заметит, то должен был какое-то время посидеть в укрытии, чтобы он перестал меня искать. Опа, мы можем швырнуть. Да, нам это точно нужно. Значит, вот сюда? Куда? Сюда. Черт! Это он перевернул мой контейнер. Блин, когда... Когда твой знакомый превратился в какую-то тварь, и он явно хочет тебя убить, но он кричит: «Помоги мне, помоги мне!» Это такое странное ощущение создает. Нам сюда. Окей. Так, посмотреть. Это Добби, черт. Где он? А главное, куда нам ползти? Он до сих пор там, черт подери. Отсюда. Да, просто на карачках идем. Опа. Касс. Слава богу. Ты в порядке? Выбраться сможешь? Нет. Мюр на меня попер, я малость растерялся. Не знаю, как я тут очутился. Но грузовой лифт опустился. Мы тут как крабы в ведре. Пульт управления грузовым пультом вон там, за забором, да? Может, получится ее сдвинуть? Лады. Спасибо тебе, Касс. Давайте попробуем... Что? А, вот сюда. А, он прям узнает. Он прям узнает своих коллег.
Так, вот здесь вот я в очень опасном положении. Тут некуда скрыться. Разве что вот сюда. Тихонечко. Есть. Опа. Молоток. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ты давай, нет, не горячись. У меня молоток, понял? Сегодня никому не скрыться. А, он все, да? Слышь? Я нажал? Что происходит? Поднимите грузовой лифт. А, надо наверх нажать. Поехали. Там как громко. Давай, Инес. А, теперь мне нужно к нему. А как мне к нему? Откуда? Ой. Отвлекая монстров, мы легко. Обращайся в молотко. Он совсем взбесился. Бежать. Черт, мне нужен молоточек мой, зря его. О, молоточек! Откуда ты здесь? Это как молотора? Пришел по моему зову. Давай просто швырнем его. Вот туда. А? Он не услышал? Ну ладно. Блин, он же совсем здесь рядом стоит. Прямо над душой. Ты иди уже отсюда. Ладно, давайте аккуратненько. Аккуратненько. А здесь стыкаемся. Инес! 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 Есть, шайт! Давай! Нет, ну нет, ну нет! Ой, неприятно как. Его, хотел сказать, чуть не разрубило. Но участь не лучше совсем. Блин, но мне жалко. Жалко этих ребят всех. Вертолет, я слышу. А как же Рой? Мы не улетим сейчас. Это не может быть конец игры, так что... Я думал, вертолет будет в самом конце. Надо за ним вернуться. Ага, разбежался. Сам же видел, им крышка. Быстрее! Арчи! Раник! Надо их дождаться. О. Вот сюда. Да как же? Да. Вот сюда. Вот сюда. Сейчас им хана. Мы сейчас будем свидетелями того, как им сильно хана. Рэник, я здесь! Все, нет. Хана. А, нет, они просто улетели. Подожди, а что происходит? Почему они так странно себя ведут? Почему они... Их мотает, их шатает. Что-то не так. Что-то совсем не так. Что-то, блин, совсем не так. Кто-то из экипажа был монстром, получается.
Знала же, нельзя вас двоих без присмотра оставлять. Два величайших мыслителя современности за бутылочкой крепленого. Нобелевский комитет уже готовит чековые книжки. Неужели ты всерьез думаешь, что можешь просто уехать за границу и все решится само собой? Кто же меня посреди Северного моря туда станет? Говорила мне мама, не пара ты мне, Касс. Но я-то думал, ты умнее. Я стараюсь, блин. Нет, не стараешься. Ты хоть что-нибудь знаешь про нефтяные платформы, дубина? Электрик из меня что надо? Ах, так ты ж только в домах да квартирах работал. Может, в магазинах пару раз? Рой за меня словечко замолвил. Сказал, что я справлюсь. Ох, ей-богу. Рой же поваром работает. Шеф-поваром. Повар он. Я всего на пару недель туда. Так, переждать, а потом позвоню Билли Чемберлену. Уговорю его отказаться от обвинений. Если ты сбежишь, тебе точно тюряга светит. Когда ты уезжаешь? Завтра утром. Ты охренел, МакКлири? Девочек завтра концерт в школе. Уже докопалась, а? Ну что тебе еще надо, Сьюзи? Я тебе вот что скажу, Касс. Если ты нас оставишь и сбежишь, если уйдешь, между нами все кончено. Понял? Мы заражены. Ну ты чего, я же... Я здесь. Сьюзи? О, черт, я с ума схожу. А теперь что? Зайдите обратно. Все было зазря. Ой, извините. Отсюда. Опа, звоночек. Hello? А, да. Касс, это Броди. Твою мать. Вертушка, да, ага, я видел. Ты до шлюпок добрался? Ага, не работает. Мотором давно пришел. Кардык, жлобы сраные. Без паники, МакКлири. Слушай, вот что тебе надо сделать. Отправляйся в радиорубку и вызови подмогу. Рубки хана. На нее кран упал. Алло? А, нет. Что, опять звонок? Да, это Броди. Да, я знаю, что это ты. Слушай, генераторы вот-вот накроются. Если они вырубятся, мы перейдем на аварийное питание. Радиосвязь работать не будет. Ты меня чем слушаешь? Рубки больше нет. Блин, на платформе есть другие передатчики, а вот набор генераторов только один. Если они заглохнут, тебе надо будет спуститься и запустить их вручную. Я туда больше ни ногой, Гиба. Касс, если электричество вырубится, выбора нет. Сам туда лезь тогда. Не, Касс, я не могу. Тебе нужно найти генератор и ликвидировать короткие замыкания, понятно? Ага, генератор, значит, вроде. Черт! Я сначала подумал, что сейчас вырубится электричество еще раз, и я снова подниму, и он такой, это Броди, то есть как будто бы все заново будет начать повторяться. И тогда я такой, да мы с ума сходим. Телефон. МакКлири у аппарата. Это Скуби! Блин, Касс! Он здесь. По стенам шастает. Так, спокойно, ты о ком? Кто там у тебя? Под администрацией, он. Охотится на нас. Он возвращается. Он нас убьет, меня убьет. Блин. Скуби. Угарное имя. Скуби, я иду на помощь. Ладно. Так, господи. Итак, придумайте, как попасть в инженерный корпус. Ну, нам нужен огнетушитель, судя по всему. Который вот.
Вот сюда. Стоп, взаимодействие. О, толкать! Here is the shipping forecast for 0630 on the Tuesday, fuck up and then here. 1975. First, go. Hello? Так, сейчас чувака утащит, да, понятно. Stuck fast. А я пойду посмотрю. Ой, а не нужно было. Ой, это лицо. На клире. Это Реник. Подожди меня. Воу. Чёрт. Да блин, перепрыгивай. Ой, там жутко. Это невероятно, неприятно. Куда мне? Вот сюда? О. Ой, он продолжает за мной гнаться. Вот сюда. Он ругается на меня. Так, ему тоже будет трудно здесь пролезть. О, все. Спаслись. Чё. Ба. Ба. Черт. Вот этого я не ожидал никак, что погоня продолжится вот так внезапно. Черт, мой начальник настолько меня сильно не любил, что даже будучи монстром, только меня и хочет убить. А, нам сюда. Да ёлки зеленые! Куда мне? Черт! Он никак не отпустит меня. Боже мой! Вот сюда! Нет? Зря я сюда! А, нет, не зря. Что, где я? Правильно иду? Так, там... Трупик. Там, блин, трупик. Так, в какую сторону? Сразу смотрим. В какую сторону, если что? Только сюда. Давай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну куда он свалил? Мама. Он ползает где хочет. А сюда? Что за демонизм? Он точно не пролезет. А, это был нервозный занес. Мне понравилось. О, даже ачивку дали. Так, ну ладно, ну здесь-то что нас ждет? Найдите другой способ попасть в инженерный корпус. Ой, вертолетушка. Слушайте, ну он почти что работает. У меня есть отвертка, я могу починить, мне кажется, его, если что. Где-то должен быть огнетушитель, кажется. Вот здесь, нет? А мы что, прям обратно можем вернуться, если что? Я не буду этого, конечно же, делать. Или он хочет, чтобы я прыгнул? Ладно, раз, два, прыгаем. Ну, все нормально. Че, я разбился? Да ладно, ну не. Не мог я разбиться. Куда он хочет, чтобы я прыгнул? Да, ладно, сюда не надо прыгать, очевидно. Хотя вроде как... Вроде как на это намекает игра, но... Ну, может быть, нужно сделать что-то другое?
Не, ну точно не сюда. Может быть, надо схватиться за лопасть? Давай. No. Ай. Шайт. А может быть, прямо на вертолет? Там можно было зацепиться, да, но я просто этого не сделал. Я думал, там какая-то катсцена начнется. Давай. Есть! Вот так. И зачем нам сюда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие страсти творятся, господи. Че, дальше карабкаемся, да, видать? Все. А, вот теперь мы как раз таки прыгаем. Он стал в другую сторону крутить лопастями, нет? Слушайте, ну и высота-то совсем детская была. Мне кажется, мы бы здесь не сдохли. Ну, будь это реальность. Но игре виднее. Ай-яй-яй, аккуратней. Тут легко упасть и сдохнуть с небольшой высоты. А? Это? Двигать? Нет. Опа, телефон опять. Алло? Алло? Это Брюс. Мы в ловушке. Вода прибывает, сука. Брюс, это Газ, ты где? Потерял Коннора. Он ногу повредил. Не смог выплыть. Брюс, объясни, где ты? Брюс, ты меня слышишь? Срань господня. Судя по всему, мы направляемся прямо к ним сейчас. Да ёлки зеленые. Сюда? Сюда мы? Нет. Ну вот сюда, надо толкнуть эту штуку, да? Пока. И теперь с разбега такой прыжок. Нормально. Неплохо было. Вот сюда. Что там? Где взрывы? Все. Заходим в корпус страха, где мне нагонят сейчас. Вот сюда. Слишком темно. Ой-ой-ой-ой-ой, электричество не... Нет, сюда мы не пойдем. Нет, нам придется сюда пойти. Нужно какой-то рубильничек выключить или просто сюда. А, вот как раз-таки рубильничек. Найс. Тихо! Это же газ! Нет. Сначала нужно выключить газ, нужен быть рычаг. Вот этот. А вот этот. Скорее, пока не подохла я. Так. О! А, стало нормально, хорошо стало. Стало приемлемо. Стало комфортно. Вот эту штуку надо куда-то отодвинуть. Не вперед, не назад. Стоп, может быть, вперед лучше? Какая тяжелая, блин. Еще, еще надо. Еще чуть-чуть. Все, не могу. Ну, я не протисну здесь. Блин, я не... Стоп. Ой, я застрял здесь, кажется. Все. Назад давайте попробуем.
Вот так. Вход в инженерный корпус. Ей! А что нас ждет в инженерном корпусе, узнаем в следующем эпизоде. Надеюсь, вам понравилась игра. Мне пока что интересно, что там будет дальше. Она не настолько страшная, сколько неплохой аттракцион на данный момент. В общем, все будет в следующем эпизоде. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить этот эпизод. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был ваш прекрасный, любимый и самый обаятельный и харизматичный Юджин. А со мной были вы, мои прекрасные зрители. Давайте дадим друг другу напоследок петюлю и увидимся очень скоро. Раз, два, три и пять!